сегодня мы проводим чемпионат Харьковской области, открытый чемпионат Харьковской по карате версии GKS. В данном турнире участвует 540 спортсменов из 32 клубов города Харькова и области. Этот турнир считается отборочным на чемпионат Украины, который тоже пройдет в Харькове в мае месяце. Возрастная категория от 5 лет, категория есть, плюс так называемый мастер-класс, плюс 35 лет. То есть категории все наполнены. То есть, как вы видите, соревнования проходят на трех татами при помощи квалифицированных судей, секретарей и тренеров. Карате GKS является традиционным видом спорта, но наши спортсмены участвуют в спортивных версиях карате. Недавно у нас был чемпионат мира в Дании, сейчас мы готовимся к чемпионату Европы в Бельгию, команда поедет. То есть уровень очень высокий, наши спортсмены выступают как в спортивном карате, так называемом ВКФ, так и в традиционных видах карате. В Фениксе мы принимаем участие в открытом первенстве чемпионата области по карате GKS. 28 участников наш клуб представляет. Уже есть и призеры, и чемпионы Харьковской области. Особенно молодцы, как бы выступили дети там до 6 лет, 6 лет Никита Сава хорошо выступил. Там 8 лет и Ваня Брусницов хорошо выступает. И все большие молодцы. Как бы мы вот готовимся на чемпионат Украины, который пройдет 13-14 мая. Надеемся, что команда не подведет и хорошо выступит. Очень благодарны Каравану Владимиру Владимировичу за то, что нас сюда пригласил, поддерживает. Карате развивается в Харьковской области. Карате я занимаюсь 2 года. Мне этот вид спорта нравится тем, что тут очень хорошие пояса, мне нравится сдавать на них. Мне очень нравится наша команда, наш тренер. Мы очень усердно и упорно тренируемся. Сегодня принимаю участие в этом турнире, и мне очень хочется победить. Мне очень нравится карате, потому что у нас на карате много интересных приемов и много ярких разных поясов. Мне очень нравится участвовать в соревнованиях. Мне нравится побеждать. В сегодняшнем турнире тоже надеюсь победить и выступить удачно на чемпионате Украины.